В автоколонне 1790 прошло совещание на тему безопасности перевозки детей в автобусах. Поводом для серьезного разговора стало страшное ДТП в Калужской области, во время которого погибло трое взрослых и четыре ребенка. Еще 20 детей пострадали. Сотрудники отделения технического надзора Серпуховской госавтоинспекции пригласили на встречу перевозчиков и заместителей по безопасности городских школ. Напомнили основные правила перевозки детей в автобусах. Важны все факторы. Автобус должен быть не старше 10 лет, находиться в исправном состоянии, оснащен топографом и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС. На крыше машины должен работать желтый маячок. Программа маршрута проработана, документы на поездку правильно оформлены. Желательно, чтобы в автобусе находился медработник. Если дорога длинная и дети будут ехать более 12 часов, его присутствие обязательно. Нюансов много. Госинспекторы просили перевозчиков заранее обращаться к ним за разъяснениями в случае возникновения вопросов. В прошлом году на дорогах Серпухова пострадало 16 детей. ДТП с участием спецтранспорта, перевозившего детей, не было.